На первые соревнования в недавно построенном и сейчас уже действующем конно-спортивном клубе «Алмазово», который находится на охраняемой территории в урочище Кисарово, рядом с деревней Алмазово, съехались победители и призеры, имеющие достижения всероссийского уровня по выездке. Участие в Кубке КСК «Алмазово» принимали конники из нескольких регионов Центрального округа России, Москвы, Московской и Владимирской областей, из соседних Щелково муниципальных образований. Выступали более 50 спортсменов. В турнирной таблице заявлены несколько групп всадников. Это и начинающие спортсмены, и те, кто занимаются выездкой уже не один год. Разрядники, кандидаты и мастера спорта. Грунт очень хороший, организация прекрасная. Мне очень нравятся прекрасные судьи. Поэтому, посмотрев на состав судейской бригады, посмотрев на директора турнира, кто организует, Оксану Ушакову, мы приняли решение, что мы обязательно сюда должны приехать и выступить. Конный спорт для меня, можно сказать, почти смысл жизни, но при этом и мое хобби, потому что после школы я собираюсь поступать в медицинский институт, но при этом бросать конный спорт не собираюсь. Лошадь считается одним из самых умных и благодарных животных. Исторически человек всегда имел дело с этими прекрасными помощниками. И сейчас здесь, в конно-спортивном клубе «Алмазово», учат, как за ними ухаживать, как ездить верхом. Да и просто приехать сюда, посмотреть, полюбоваться на грациозных лошадок, на великолепных всадников – одно удовольствие. Нравится, что здесь происходит? Конечно. Да? Чем? Мы приехали посмотреть, тоже занимаемся. Нравится, все хорошо устроено здесь, красиво. Нам рассказали, что в Алмазово для работы конно-спортивного клуба построена вся необходимая инфраструктура, как для занятий с новичками, так и для проведения больших соревнований. На данный момент здесь содержится около 50 лошадей. И вот на подходе конюшня строится на 34 головы еще. Клуб готов принимать соревнования практически любого уровня, и количество участников не ограничено. Я хочу от себя сказать, что у нас очень комфортно, волшебно, у нас прекрасный лес, прекрасное место. И добро пожаловать, приезжайте, все желающие, мы всех примем, и всем будем очень рады. Ходович Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.